В Югре продолжают бороться с пожарами. На сегодняшний день действуют 2 лесных и 1 ландшафтный. Площадь, пройденная огнем, составляет 270 гектаров. Если причиной возгорания в Березовском районе стали грозы, то в Нефтеюганском и Кандинском районах пожары случились по вине человека. Напомню, что в Югре с апреля действует особый противопожарный режим, а с конца мая введен запрет на посещение лесов. Также эти ограничения распространяются на охоту и рыбалку в поймах крупных рек. Всего в тушении задействовано 55 человек. План по авиации 10 самолетов, 1 вертолет. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет.